Ребят, я положила эту веточку с травами мышкам просто ради интереса, да, я хотела тоже им дать попробовать. И кажется, мышки ее оценили больше, чем Лейс. Смотрите, две мышки сидят и ее прям точат. Она им очень нравится. Надо же, а я думала, что мышки не будут есть сено, вот эту траву. Это же типа сено, трава, да, вот это все. Но, видимо, они все-таки это. Ну, что-то, походу, им понравилось. Смотрите, вон Майя кушает. И Мира тоже кушает. Гляньте-ка, что, веточки им понравились. Лейсу, кстати, веточка как-то не очень зашла. Он немножко там что-то ее погрыз и бросил. А мышки, смотрите, прям накинулись на эту веточку. Здорово. Ну ничего, если Лейс не будет, то мышки все съедят. Значит, все достанется мышкам. Боже, какая вкусная веточка, да? Какая вкусная веточка. У них там еще яйцо лежит, ну, вареный белочек яйца, но они почему-то его не едят. Они накинулись на траву. Надо же. Смотрите. Ой, вы гляньте, как Майя. Смотрите, они за эту веточку дерутся. Вы что, тут эта веточка такая большая, со всех сторон хватит. Ну вы что, ребята, веточка-то длинная. Вон кто-то может на другую сторону пойти кушать. Что ж вы так? Не деритесь за веточку, всем хватит. Может, им еще одну положить, а то они так ее прям, смотрите, точат. Какая вкусная веточка. Там Майю не видно за втулкой, но она там тоже сидит, кушает. Ой, ну я рада, девчонкам понравился новогодний подарочек. Вы смотрите, я не могу. Вот это да, ребят, может им там что-то не хватало, каких-то там витаминов, я не знаю. Зима все-таки, поэтому они так набросились. Они у меня очень плохо едят сочку почему-то, в отличие от Лейса. Лейс у меня сочку ест очень хорошо, поэтому, может быть, ему там все хватает, витаминов вот этих всяких, минералов, да? А вот мышки сочку едят плохо, и поэтому вот они накинулись на траву, потому что там тоже есть какие-то витамины, да? Какие-то элементы всякие важные. Вот, наверное, они и это. Наверное, все-таки им нужно немножечко вот покупать, да, такие вот травяные палочки, скажем так. Потому что я смотрю, они прям вообще в восторге от этой палочки. Они прям с таким энтузиазмом ее едят. Надо же! Причем две мышки. Вон там Майя тоже, она просто прячется за втулкой, ее плохо видно. Ну, они прям, смотрите, ой, как понравились эти веточки. Вы прям смотрите. Прям быстрее, быстрее. Она, смотрите, прям... Вот прям видно, что мышка счастлива. Мышка счастлива, да? Мира, ты счастлива, да? Так же, как и Майя. Майя, ты там тоже счастлива? Здорово. Я рада, что угодила своим мышкам. Ну что ж, ребята, просто вам показала реакцию мышек на вот эти вот травяные веточки. Я вам их показывала в предыдущем видео, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Любите животных, подписывайтесь на мой канал, у меня не только японские мышки, а также и сирийский хомяк, который, правда, сейчас спит, но я очень часто про него снимаю видео. И также улитки Ахатина, они где-то вот в этом контейнере. В общем, всем пока и с наступающим Новым годом!